17. Вот такая шикарная елочка на обложке. Когда мы открываем каталог, когда мы открываем обложечку, там сразу внутри вкладыши расписано все новости, все новиночки, все акции, которые представлены в каталоге. Вот такой яркий, красочный каталог. Стартовал он 7 декабря. Финиш этого каталога состоится 26 декабря. Итак, самый активный период, период подарков. Скажите, есть такие люди, которые не дарят подарки? Вообще никому. Я думаю, что таких людей нет, да? Поэтому мы с вами, как люди, которые строят бизнес в этой компании, должны себе запомнить, что Oriflame для нас сейчас основной поставщик новогодних подарков. Мы развиваем свой бизнес, мы развиваем свой интернет-магазин, мы делаем деньги себе, мы делаем бизнес себе. Мы понимаем, что идти в магазин и покупать подарки своим близким, сейчас это не выгодно, сейчас это не модно, да? Сейчас каждый делает деньги себе. Поэтому каталог номер 17 нам в помощь. Почему именно наш каталог? Потому что компания Oriflame — это уже бренд, это уже сформировавшаяся компания, которую знают, ну, практически все, да, мало, наверное, таких людей, которые скажут, что они еще не знают такую компанию. В основном ее уже знают все. Почему? Потому что эта компания сделала себе бренд. Так, на вопрос сейчас тебе отвечу, да? Почему именно наша компания? Потому что 50 лет компания проводит исследования в области средств по уходу за кожей лица. В компании 160 ученых. Мало какая компания, вообще есть ли еще одна, хоть одна такая компания, которая может таким похвастаться. Компания проводит более 150 клинических и потребительских тестов в год, 7000 участников. Все знают, наверное, да, что компания не тестирует на животных свою продукцию, только на добровольцах. 1600 ингредиентов со всего света отбираются ежегодно. Получила компания более 20 патентов на инновации за последний год. Вот, все, наверное, уже знают, сейчас это ни для кого не секрет, если раньше компания L'Oréal, например, она скрывала, да, что она не производит сама продукцию, то сейчас это не скрывается. И все знают, что компания L'Oréal, она покупает патенты у других компаний, в том числе очень много патентов она покупает у компании Oriflame, и просто свой раскрученный бренд прицепляет и продает. Вот, поэтому переплачивать за рекламу зачем, кому это нужно? Компания Oriflame сотрудничает с Каролинским институтом, один из ведущих европейских дерматологических исследовательских институтов. И компания Oriflame — это ассоциация прямых продаж, представляет высочайший уровень бизнес-этики. Поэтому еще раз мы убеждаемся в том, что зачем нам делать бизнес кому-то, когда мы можем сделать бизнес себе. Итак, Новый год. Самый волшебный праздник. Что подготовил нам каталог? Вот такую волшебную водичку. VIP Only она называется. Она идет со скидкой. Общая ее стоимость 1300 рублей, да, со скидкой 899. И если есть заказ на 500 рублей из каталога, то еще дополнительная скидка 45%. Вот такой, ну, флакончик, да. Она достаточно сладкая. Тот, кто любит сладость, тот, кто любит малинку. Давай я закончу, доченька, потом поговорим. Вот такая шикарная водичка представлена в этом каталоге. Ее ноты, да, это тип аромата восточный, ванильный, фруктовый, кто-то, может быть, уже пробовал. Малина, груша, гранат — это верхние ноты, сердце, цветок абрикоса, дурман, флер-д'оранж, шлейф, ваниль, сливочный ликер и пачули. И основные ноты аромата — это ваниль, дурман и малина. Ну, вот она действительно такая очень сладкая водичка. Я ее пробовала в пробнике, и хочу сказать, что она очень стойкая. Прям вот пробник нанесла, и прям долго-долго аромат держится. Дальше. Все неизвестные. Сегодня тоже слушала Наталью Майорову. Все, наверное, знают, кто она такая. И вот она как раз говорила о том, что, ну, зачем продавать тушь 5 в 1, да? Она сама себя уже продает.
Потому что 5 в 1 это тушь, бестселлер, это тушь бренд, которая, опять же, да, опять самая первая компания в мире, которая разработала, придумала вот эту инновационную силиконовую кисточку, и потом уже этот патент выкупили все остальные компании. Сейчас уже практически в каждой компании есть такие кисточки, да, но наша компания была самая первая, это тушь самая лучшая. Официальный визажист компании заявила, что блесток вот этих практически не видно. Поэтому можете смело предлагать своим людям, тем, кто пользуется этой тушью, предлагать эту тушь. Она идет за 135 рублей, это очень дешевая цена для туши 5 в 1. Знаете, да, что если человек попробовал эту тушь, то, как правило, уже люди... Ну, очень много фанатов именно этой туши, поэтому она, ее всегда спрашивают, да, за такую цену берите побольше, это вложение в бизнес, потому что потом вас начнут спрашивать ее за 200, за 250, а она у вас уже будет в наличии за 135. Нет, не будут, нет, да, поэтому очень много было таких вопросов про эту тушь, все подумали, что блесточки есть, поэтому Алена Терещенко дала официальный ответ, что блесток нет, она просто как бы придает такое отражение шелковистости. Вот, никаких там блесток нету. А дальше, блески для губ The One, да, из серии. Очень, вот смотрите, на то, что мы бы, может быть, не обратили внимания, на фиолетовый блеск. Оказалось, что фиолетовый блеск, он, ну вот, слива, да, лиловая слива или... Хорошо. Вот мой ребенок в садике смотрит каталоги. Понятно, чем она занимается там? Вот. Что очень шикарный блеск. На него тоже многие не обратили внимания, пока подумав, что он синий, да, вот такой будет на губах. На самом деле он просто шикарный на губах. Он прозрачный, он дает четкий контур губам и дает переливающиеся блестки. Блестки не колятся, не режутся, ничего, но они дают прям очень такой голографический эффект губам. 160 рублей блеск для губ, да, как раз для новогодней вечеринки самое то, что нужно. Следующее то, что нужно нам обязательно на новогоднюю вечеринку, это, конечно, маникюр. А скажите, есть люди такие, кто ходит на каточки себе делать? Многие, да, уже кто познакомился с лаком The One, они отменили всех, да, отменили всех маникюрш и пользуются именно этим лаком, потому что лак действительно шикарный. Он ложится очень густо в одно нанесение, то есть если другие лаки надо наносить несколько нанесений, чтобы был эффект такой прям, ну, глубокий, да, то этого лака достаточно на одно нанесение, он ложится такой густой пленочкой, очень долго держится. И очень ровно, никаких разводов. Любой цветной лак, он не дает разводов. Вот, поэтому обязательно тот, кто еще не обратил внимания, 140 или 150 рублей. Мятный, да? Так ложится. Вот я попробовала практически всем. Я хожу к подружке, мне ее дочь красит. Они тоже фанатики этого лака. Хотя они такие привередливые девушки, помешанные на лаках, у них есть все, что только можно, но вот они тоже выбрали этот лак. Я хожу, она мне в один слой прям делает очень хорошо на каточке. Секунду, она же в кофте. Да. Да. И еще один лак, который представлен в этом каталоге, он вообще очень дешевый, 100 рублей получается наша цена, в двух блестящих вариантах для новогодней вечеринки, в желтом и в синем. Ну тоже синий, конечно, не под все подойдет, да, но если у вас что-то синее платье или какой-то синий аксессуар, то этот лак вам будет очень хорошо. Знаете, что лак с блеском, да, с блестками, а он держится очень долго, и даже если он чуть-чуть где-то облупился, то его не видно, что он облупился, потому что блестки держат очень хорошо. Принцип нанесения маникюра я вроде записывала даже видео, покажу. Вот, дальше.
Ну, сейчас мы тогда закончим, я расскажу про маникюр быстренько. Лучшее время года, шарф, труба, Анастасия, то, что сейчас очень модно. А то, что все очень ждали, его, к сожалению, сейчас пока нет на складе, разобрали все в первый день. Но он будет обязательно, потому что он встает в резерв. Очень шикарный шарф. Тот, кто, опять же, если у вас есть скидка 50%, то для вас он будет очень дешево. Дешевле в два раза, чем он продается в магазинчиках. Яркий у него такой синий оттенок. Ну, насчет варежек не знаю, мне кажется, для варежек это очень дорого. А вот для шарфа трубы, особенно с 50% скидкой, мы будем самые модные. Ну и дальше я собрала вот такие напоминалочки, да, что можно подарить подружкам. То есть мыло «Звездное сияние», все уже видели, вот такое шикарное мыло. Само мыло в пакетике, оно само прозрачно-голубое, такое прозрачно-голубое, с блестками, а вот в такой коробочке. Коробочка достаточно большая, такая прям она, ну, приличная, прям больше, чем по размеру коробка крема. На ней написано, такой бантик нарисован, написано «От и кому». То есть можно подписать. Подарки подружкам, особенно если подружек много, да, на туалетную водичку, на туалетных водичках разоришься, а вот тушь с эффектом мерцания плюс мыло будет, плюс пакетик, получится 185 рублей. Шикарные подарки. Во-первых, вы убьете, ну, даже не трех, ой, не двух, а трех зайцев, да, первое, это вы сделаете подарок, потому что и так подарок дарить. Второе, ваши подружки, особенно те, которые еще не знают, они узнают, что вы в компании Oriflame. Они потом будут вашими постоянными клиентами, а в будущем это будут ваши бизнес-партнеры. Вот. И третье, вы сделаете опять же бизнес себе, а не дяде в магазине. Ну или тетям, да. Следующий вариант – подарки коллегам. Тоже, ну сейчас это принято, что дарят коллегам подарки. Не знаю, раньше, мне кажется, этого не делали. Сейчас все друг другу дарят подарки. Смотрите, такой, вот такой наборчик. Яблоко и корица, мыло и крем для рук с зимним ароматом. Прям написано, что зимний аромат. Да, 79 рублей вот такой пакет. Вот такой наборчик стоит. 80? Да? У меня 79 почему-то пробилось. Ну ладно, пусть будет 80 такой набор. Смотрите, его можно разделить на два. А кому-то мыло, да, кому-то поиграть в мешочек. Когда я работала, у нас так начальница делала. Она складывала кучу подарков в мешок, подходила к каждому, кто что достанет. То есть никому не обидно, ты же сам такой достал подарок, да? Да, мне тоже оно очень нравится. Я в баню покупаю это мыло. Оно тоже такое слегка прозрачное. Такое, знаете, как силиконовое какое-то. Совсем другое по качеству, чем вот Discovery мыло. Да. Вот. И тот, кто что себе достал. Но сразу предупреждаю, что компания предупредила, что эти наборы в ограниченном количестве. То есть берите их на первой недельке. Ну, мы с вами знаем, что лидеры все делают ЛТО на первой неделе. Потому что мы с вами отличники, мы с вами делаем себе бизнес, да, поэтому нам некогда ждать. Мы не сидим и не наблюдаем, когда вся команда сделает, а мы в самом конце там сделаем. Нет, мы так не работаем, поэтому для нас всегда вся продукция есть на складе. Дальше. Плюс пакетик опять же, да? Следующий подарок, который я предлагаю, подарок мамочке. Хочу вот на личном опыте сказать, что туалетная вода Possess, мама у меня вообще любит все воды, какие только можно, то есть все, что я даю, отдаю, то, что я ей заказываю, покупаю, да, она пользуется, в принципе, всем. Но вот от этой воды она действительно, она ни разу мне не говорила, что ах, какая вода, не было такого, кроме вот этой воды. То есть от этой воды действительно, она очень стойкая. Ее, кстати, вот если стоит несколько вод, дочь моя тоже возьмет эту воду, именно этой побрызгается, хотя мы ей там что-то подешевле подсовываем, что вот это тебе. Нет, ей надо именно эту. Она очень стойкая, она подойдет мамочкам, как раз нашим мамочкам она точно подойдет, поэтому шикарная вода, берите, не пожалеете. И по цене вот она, смотрите, идет 1330 рублей вместе с кремом. То есть у вас еще крем, бочка большая из этой же серии Possess, он останется вам бесплатно, то есть вы его там еще сестренке или там другой подружке подарите, да.
1330 – это весь набор туалетная вода плюс крем для рук, бочка. Для мамы я предлагаю взять не позес, а молоко и мед, потому что именно этот крем, он даже, кроме того, что он увлажняющий, убирает обезвоживание, да, он еще и заживляет мелкие ранки на коже. Поэтому он очень хорошо подойдет. Ну и крем для лица. Я так посчитала, что туалетной воды и крема одного мало, поэтому я еще добавила крем для лица Акабьюти. Можно какой-то другой посмотреть, но вот эта серия, она мне тоже очень нравится. Особенно крем для век. Она с хорошей скидкой. То есть это 100% натуральная, ну не 100%, 90% натуральная продукция. Все, наверное, знают, что такое Акабьюти, да. Вот этот весь набор стоит 1832 рубля. Одна туалетная водичка в Литуале стоит самая-самая дешевая сирень, да, 3500. То есть в любом случае это выигрышный вариант для вас, для нас, для всех. Жаль, конечно, что нет вот новой сензы, не знаю, как она правильно называется в этом каталоге. Подарок папочке или мужу, да, кому как, набор «Эклад» 919 рублей, это весь набор туалетная вода плюс дезодорант, антиперспирант, вот такого большого объема стоит. Ну и дальше я уже не стала, можно, конечно, без конца делать эти подарки, да, подружкам, тетям, сестрам, племянницам, крестницам, всем подряд, да, не стала я это делать. Я хотела, чтобы вы поняли просто принцип формирования. То есть в этом каталоге у каждого из нас будет минимум по 300-400 баллов на подарках. Во-первых, с личного товарооборота у вас будет очень хорошая скидка в каталоге номер один. Во-вторых, все равно всем дарить подарки. В-третьих, опять же, да, вы можете выйти на новый уровень с таким объемом, таким ЛТО, да, с таким ЛТО, а если вы донесете еще это до своих консультантов, то новый уровень по лестнице успеха вам обеспечен точно. Ну и вот сегодня, да, конкретно пример, я написала, несколько человек сделали ЛТО уже в первые дни каталога, 315, 234, 232. Некоторые из этих людей сделали первый раз, то есть максимальные заказы были по 50 бонус-баллов. Сейчас при подготовке к Новому году баллы увеличились почти в 4-5 раз. Поэтому у каждого из нас есть, я тоже сделала уже очень большой ЛТО и знаю, что еще будет, потому что в последний день каталога, последние дни каталога опомнятся очень многие. И в этом каталоге ситуация такая, что у нас еще целая неделя будет перед Новым годом, а люди, как правило, очень любят не купить подарки, позвонить в последние дни и говорить, давай хоть что-нибудь. То есть должен быть запас, да, хоть что-нибудь. Также еще в каталоге я не отметила, что есть хорошие наборы, гель для душа и мыло. Вот у меня таких на заказ было очень много, то есть тоже там девчонки набрали в детском саду, набрали на подарки. Тоже набор 80 рублей, мыло, ну, например, розовое мыло и розовый гель для душа. Про важную информацию рассказывать не буду. Все знаете, да, что 100% качество продукции, что бумага для каталога производится из возобновляемых лесных ресурсов, что пакеты наши разрушаются, да, почему? Потому что, почему, кто знает? То есть, если вы оставите пакет, год он в вашем шкафчике полежит, вы пакет любой другой в магазине, который куплен, и через год достанете, он будет точно такой же, наш пакет рассыпется на мелкие-мелкие кусочки. То есть полностью разлагается продукция, она не гниет несколькими тысячами лет, да, полностью разлагаемая продукция, вот упаковки. Очень много премий собирает компания, и с каждым годом все больше и больше и больше. Это говорит о том, что компания все развивается в лучшую сторону. То есть все, ну, есть еще такие люди, которые фукалки остались. Вот вчера буквально мне одна сказала, я не хочу связываться с такой компанией. Мне стало смешно, я даже не стала работать ни с какими возражениями, не стала вообще ее уговаривать, не просто
Ну, просто жалко, время свое было, поэтому не стала я связываться. Есть такие еще люди, несмотря на то, что мне всегда вот интересно, когда про wellness что-то начинают говорить, мне всегда хочется сказать, что, во-первых, wellness разрабатывали в течение 8 лет, да, а во-вторых, wellness разработали люди, которые получили Нобелевскую премию. И когда человек начинает мне говорить, что там может быть натурального в вашем порошке, мне хочется сказать, ну что, точно, Нобелевскую премию надо было тебе дать, но никак не тем людям, которые разработали wellness. Поэтому не тратьте свое время на таких людей, не обращайте, пусть каждый остается при своем мнении. И следующее, переходим к акциям. Очень хорошая акция в каталоге, страница 12. Если размещается заказ на сумму 500 рублей в этом каталоге, 500 рублей в каталоге номер один, то... Да, боюсь, ага, чего боишься? Да, придет бабайка, съест тебя, точно-точно. Значит, если в каталоге номер 17 на 500 рублей заказ, в каталоге номер 1 на 500 рублей заказ, то в каталоге номер 1 мы сможем купить wellness мужской или женский, комплекс мультивитамина и минерала для женщин или для мужчин с 50% скидкой. То есть это будет очень дешево, это будет очень выгодно. После новогодних каникул точно нам всем нужен будет wellness. Дальше также точно такая же акция 500 и 500 в 17 и в 1, и можно будет купить антивозрастную тональную основу Джордани. Джордани Голд со скидкой 55%. То есть тоже цена не озвучена, но если она стоит 500 рублей, можно, да-да-да, можно. То есть если у вас заказ на 1000 в 17 и на 1000 в... первым, то вы сможете и то купить. То есть только раз сколько. Ну, если у вас на 150 бонус баллов, значит 3. Дальше плед. Плед, честно, у меня куча еще пледов тех лежит. Я не стала заказывать. Сегодня, когда пришла в офис, посмотрела на этот плед, пожалела, что я его не заказала. Ну вот знаете, действительно, все как бы с каждым годом все лучше и лучше. Лучшая упаковка, такой красивый бант. На этом бантике привязана, ну вот не этикетка, а открыточка, можно подписать, для кого это подарок. Красивый такой мешочек. Роз особо я там не увидела, там такие завитки, он как бы, ну как плюшевый с одной стороны и с другой как искусственный мех. Очень, он маленького размера, я читала в группе, что кто-то сшил два, чтобы хватило на, ну, как плед большой, на большую кровать, да. А вообще он по размеру 150 на 130. Ну, за 400 рублей, в принципе, неплохо, особенно если вы там живете в своем доме, да, и любите сидеть, укутавшись в одеялко, то очень даже ничего. У меня пледики стоят в детских, этих, ну, ребенок у меня спит под ними. Вместо одеяла, вот. Ну и днем там иногда, когда кто-нибудь приляжется поспать, то есть тоже вот такие пледики. Коричневые, помните, были? И еще одна хорошая акция в этом каталоге. Если есть заказ в каталоге на 500 рублей, то можно приобрести помаду Giordani Gold со скидкой 55%. И, кстати, тоже, да, шикарная серия. Вся серия Giordani Gold, она содержит антивозрастные элементы. Поэтому она очень хорошо тоже подойдет в подарок для мамы. Там вместо, например, крема для лица вы можете приобрести помадку. Помадка Giordani Gold за 200 рублей – это вообще очень смешная цена. Может быть, еще не все знают, что в этом каталоге тоже на сайте вот www.oriflame.ru, потом /NU, Новый год 2016, каждый день идет розыгрыш. Там разыгрывается каждый день, там, значит, елочка. Все знают об этой акции. Там елочка, ну игра такая, у нас же все любят в игрушечки поиграть, фирмочки всякие. Вот компания Oriflame тоже сделала игру. Там елочка и на ней шарики. То есть нажимаете на эти шарики, если у вас, и там, да, ну вот расскажу. Значит, на эти шарики нажимаете, на них на каждом шарике открытка. И три раза в день выдаются подарки. То есть тот, кто самый первый нажмет на шарик, тот получит подарок. Там 6, 7, 8 уже победители вывешены. Там три подарка. Подарки, кстати, очень шикарные.
детский набор там полностью все, мужской набор тоже полностью все, и The One набор тоже полностью все. И по воскресеньям будет один золотой шарик, ну уж я не знаю, целый день, наверное, надо сидеть. Там будет вот этот весь золотой бокс, что нарисовано. То есть Wellness Pack золотой, Giordani Gold Essence, вот эта новая вода, румяна в шариках, Time Reversing, время, власть над временем, ночной и дневной крем для век, масло для волос, помада, тушь, лак, кисть для румян и смягчающее средство. Вот этот весь бокс, он будет разыгрываться в воскресенье. То есть точно так же елочка и на елочке золотые шарики. Кто самый первый нажмет, тот получит этот весь подарок. Ой, я раньше тоже так думала, а сейчас я не привязываю к себе такое, я наоборот себе внушаю, что я везучая, чтобы мне повезло. Поэтому не думайте об этом. Началась новая рекрутинговая кампания, все уже... Да-да-да. Все уже, наверное, знают, я сейчас расскажу. Значит, регистрация бесплатная, если новичок делает заказ... В течение регистрация бесплатная. Вот смотрите, как я понимаю эту, что в этот раз нет условий таких, что 72 часа. Что в течение всего периода регистрации, в течение всей кампании, человек может сделать первый заказ на 850 рублей, и регистрация для него будет бесплатная. Потому что нигде не озвучено, что это 72 часа. Вот, может быть, конечно, ошибка и исправят, но пока такая информация. Если новичок делает заказ в течение 21 дня на 100 баллов, то он может заказать или набор сережек, или запонки. Если он делает 4 каталога подряд заказ, то он получает женские часы или мужские часы на выбор. Вот так они выглядят, вот серьги. Мужские запонки, женские часы и мужские часы. Что для спонсоров? Для спонсоров то же самое. Если мы приглашаем двоих, то и двое получают сережки или запонки, то для нас точно такой же набор сережек или запонок. Если мы приглашаем четырех, уточню, что это в первую линию, не в веточку, не в морковку, а в первую линию. Если мы приглашаем четырех, и каждый из них получает сережки, то вы получаете женскую или мужскую сумку для ноутбука. Ну, вот это вот самый лучший подарок, который мне понравился из этой акции. Сумочка, конечно, шикарная. Если ваши два человека получают по данной акции часы, то вы получаете такие же женские. Если ваши четыре человека проходят четыре шага, то вы получаете вторые часы, мужские или женские. Ну, вот такая акция. И начинаем поздравительную. Ну вот, Юль, значит, есть цель. Лариса Глазер, город Нижний Тагил, подтвердила второй каталог подряд, менеджер 15%. Получила премию 6 тысяч рублей. Неплохая премия, правда? На работе нам такие премии не платят. Ну или если платят, то мало кому. Вот такая премия. Осталось совсем немножечко до уровня директора, осталось 18% и 22%, поэтому шагаем, да, мы с тобой шагаем, мы с тобой делаем. Очень хорошая скидка получилась по итогам каталога у Ларисы. Лариса, озвучить можно? Совсем немножечко. Ну, можно, да, 14 тысяч по итогам каталога получилась зарплата, если плюс еще посчитать 2000 на прибыль с заказа, да, то 16 тысяч за 3 недели, если это пересчитать на 4 недели, то это уже 20 тысяч. В принципе, такую же зарплату даже кто-то поменьше получает на своей традиционной работе, но при этом там халява не пройдет, там надо работать, да? Следующая подтвердила уровень менеджер 12%, Каримова Наталья, город Магнитогорск, и получила премию 3000 рублей. Тоже 6500 у нее получился доход за каталог. Если это перевести на месяц, то это 9000 рублей.
почти за такую же зарплату она работает, и при этом она занимается продажами, у нее всегда хорошие продажи, то есть на продажах она тоже, в принципе, зарабатывает неплохо. Поэтому тоже есть куда идти, есть куда стремиться. К сожалению, сломан компьютер, пока не может полноценно включиться в работу, работает, ну, онлайн, офлайн работает. А новые менеджеры 9%-ники у нас выросли. Это Середуй, Алмагуль, город Омск, и Ложкина Наталья, город Нижний Тагил. Вообще Нижний Тагил рулит. И я просто поражаюсь, когда я жила в Нижнем Тагиле, там вообще никого не было. То есть очень-очень-очень-очень мало. Сейчас Нижний Тагил просто действительно рулит. Там просто неимоверное количество директоров выросло за те 2 года, пока я там не живу. Там безумное количество менеджеров, каждый каталог выходит. Поэтому, ну, какая-то звезда упала на Нижний Тагил. Ждем эту звезду в Магнитогорске, да, девочки? Новые 3%-ники. Горюнова Валентина, Толстых Татьяна, Хилькевич Юлия, точно, Смолинская Лидия, Игнатьева Ольга, Ягодкина Ирина, Крапивина Ирина, Юрьева Наталья, Леонтьева Ирина, Трофимова Татьяна, Еркина Ольга, Оль, правильно фамилию сказала? Сычева Юлия и Гордеева Ксения. Королевы продаж. Всех перечитывать тоже не буду. Ну, я здесь только отметила тех, кто... Так, я отметила тех, кто сделал 150 и больше. Давайте, кто есть, да, озвучим. Глазер Лариса 335. Еркина Ольга 194. Так, Сычева Юлия 224. Супер. И... Ну все, пока больше других не вижу, кто есть еще у нас. Вообще, конечно, девочки, надо повышать средний балл, потому что от среднего балла зависит вот очень многое. То есть раньше, в мой третий приход в компанию Oriflame, да, я предлагала людям сделать 10 баллов и строить на этом бизнес. Ну, я вышла на директора в третий раз, да, таким темпом, да, на 10 баллов, у меня был проект. Сейчас я пришла в компанию в четвертый раз, да, и сейчас я настраиваю все-таки людей на 150 бонус баллов, потому что совсем другие условия, потому что я говорю так, что трудно сделать 150 баллов только первый каталог. Второй, третий, четвертый, последующие каталоги уже не трудно сделать 150 бонус баллов, потому что компания идет навстречу, да, компания делает очень много для того, чтобы люди стремились к 150 бонус баллов. Потому что если мы делаем по 10 баллов, во-первых, мы очень медленно растем, во-вторых, мы не видим никаких ни подарков, ни призов, ни скидок, ну, то есть ничего. И в-третьих, когда даже человек выходит на уровень, да, то он очень трудно перестроиться с 10 баллов, да, которые он привык делать, да, и привык, что я ему там вдолбила в голову, что не надо ходить собирать заказы, да, при этом он сидит на работе с каталогом в сумке, у него соседка приходит из другого кабинета, да, с каталогом, и весь отдел заказывает, и ты сидишь и думаешь, так я же тоже занимаюсь, да, то есть у тебя совсем другое. И когда человек с 10 баллов, ему очень трудно потом перестроиться на 150. Поэтому сразу учимся 150, а с уровня 18%, даже с уровня 15% учимся 250. Тогда будет очень быстрый рост у всей команды, тогда будет очень быстрый рост и у вас. Смотрите, вот никому, да, люди ищут работу. Ну, вот люди ищут работу, да. Если ему говорят, я тебе буду платить... Ну вот мы сегодня, да, вот, Ирин, привет. Сегодня как раз общались, что если человек идет на государство работать, ну, он работает, как правило, ну, тепля, да, как платят называется, так и работу. Если он работает на частника, то тут еще хлеще ситуация. Потому что, почему, да, потому что человек, понимая, у человека, во-первых, зависть. То я почему на кого-то должна работать, почему ей все, а мне ничего. Человек не понимает, что за этим стоит там огромная работа, да, и он начинает, ну, сломя, ну, не сломя, а спустя рукава работать. Вот, поэтому, к чему я все это хотела сказать?
Ладно, давайте сначала розыгрыш тогда. Итак, первое место для тех, кто у нас сейчас в комнате. Тяп-ляп работают, действительно, вот тяп-ляп работают и... Ой, ну все, не помню, ну все, не буду, ладно. Итак, первое место мы с вами разыгрываем вот такой набор. Набор крем для рук и мыло. Давайте сейчас те, кто у нас многие вышли, многие зашли. Давайте сейчас я вам всем... Вот Ольга Еркина два раза у нас. Это разные люди или это один и тот же человек? Как мне номера-то вам распределить? Давайте, Армагуль Середой, номер один. Одна, да. Ирина Орешина, номер два. Лариса Глазер, номер три. Ольга Еркина, номер четыре. Так, Юлия Сычева, номер пять. Татьяна Соломко, номер шесть. И Юлия Титова, номер семь. Вот все, кто сейчас на данный момент остался, с теми и разыграем. Так, сейчас я в прямом эфире включу вам мой экранчик. Вы мне напишите в чате, видно? Видно, девочки, у вас должны быть такие труба в трубу, вот такие окошечки, окошечки, окошечки. Да, все, я захожу в контакт. Все, включаю приложение. Вот у меня, видите, генератор случайных чисел. Итак, нас сколько? 7 человек, да? Правильно, 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, давайте, на семерых. Все, итак, с 1 по 7 разыгрываем первый приз. Это набор мыла и крем для рук. Я нажимаю кнопку «Сгенерировать». Номер 3. Поздравляю. Под номером 3 у нас Лариса Глазер. Ну, точно метеорит на Тагил упал. Дальше, следующее. Девочки, если выпадает второе такое же